Здравствуйте, Арсений Селезнев, зверобой. Значит, цыплята снегири. Это второй выводок, инкубаторский. Вот они так приуныли. Я их попересаживал, значит, в одном месте выбрал хорошенько подстилку. Меня там жестко критиковали, что я подстиляю сено. Насчет соломы там писалось, ну это сено, в общем, похожее, скажем так. И вот завтра я покажу на видео, уже вечер, уже темно, на улице покажу, как выглядит это сено. Там было небольшое такое, коврик такой получился. О, начали оживать, начали, да, согреваться. Они замерзли, я свет им выключал, вынимал лампу. Лампа у меня светит почти на все это место. Вот так прикрою. Ну и покажу. Значит, замерзли. Замерзли очень сильно. Я аккуратненько скатал, отковырял с одного края эту подстилку. Она была очень сильно, ну, так вот пропиталась. О, позакрывали глаза. Наверное, решили заснуть. Подвешу поближе, чтобы прогревать хорошо, попрогреть их. О, начали шевелиться, а то даже замолкли. Всего-то было меньше 10 минут работы, ну так вот, навскидку. И сильно очень они, чувствую, что сильно замерзли. А пришлось коробку открывать. Теперь сена положил больше. Тогда их было мало, сейчас они еще какое-то время побудут. Вон такие, согреваются. Еще прикрою, быстрее тепло зашло. И очень хорошая вещь, она уплотнилась сверху, а снизу осталась такая более-менее сухая. Только в том месте, где вода была, там получилось, несколько увлажнилось. Из-за этого начал исходить запах. Я бы его и почти не трогал. Ну, запах очень такой неприятный, специфический, от комбикорма. Тут, по-моему, рыбная мука идет. Ну, такой вот запах рыбной муки, скорее всего. И поэтому комбикорм, то есть это помет, приобрел такой запах стойкий. Пришлось удалять. Но у нас уже теплые деньки, и дом хорошенько проветривается с открытыми окнами, полностью открытые окна. Выше 21 градуса сегодня было, поэтому пришлось открывать окна, в общем, и нагревать таким образом. Я думаю, эта подстилка продержится еще приблизительно недели полторы-две, а затем уже, когда меньше надо будет тепла цыплятам, я их пересажу в больший ящик. Подписывайтесь на канал Арсений Селезнев, зверобой. Это снегири, второй выводок, инкубаторский. Вот, да, тут ничего не видно. Инкубатор Теплуша. Сейчас покажу боком. Теплуша 63. Плохо видно, но как, хоть как-то. Это у меня следующий будет выводок, не знаю пока, как назвать. Станет ясно, когда выведутся. Подписывайтесь на канал Арсений Селезнев, зверобой. Смотрите обновления. Пока.